Привет, дорогие мои. Это вторая часть прохождения Скайрима. Я опять у меня заплетается язык, потому что после отснятия первой серии у меня пошли довольно-таки серьезные проблемы с техникой. Отказалась сеть, я где-то полтора часа парился, старался быстрее эту первую серию вам залить. В результате, конечно, разобрался с проблемой, но в итоге как собака уставший, поэтому извините, если я сейчас буду в определенной фрустрации кому-нибудь грубить. Но в целом мы таки выбрались в прошлой серии из этого городка, где нам хотели отрубить башка, секирь башка сделать. Вот вместе с этим товарищем сейчас он говорит, что нам неплохо бы разделиться и советует отправиться нам в Ривервуд. Но почему-то от нас далеко отходить не хочет. Пока что я могу точно сказать, что графика здесь гораздо лучше, чем в Xbox 360 версии. Там она была вся замыленная, тормозная. И с тенями там вообще был просто какой-то бардак. Но в итоге даже она выглядела очень неплохо. То, что мы имеем здесь, не очень технологично, но с художественной точки зрения у нас все очень хорошо. Так, ну и радует внимание к деталям, конечно. Что ты, блин, от меня не отходишь, а? Ты же сказал, что мы с тобой разделимся. Ладно, не будем его убивать. Не надо. Так, карта. На карте мира разведанные места обозначены светлыми значками, а те, о которых вы только слышали, темными. Вы можете выбрать любую. Понятно. Где у нас находится Ривервуд? Вот у нас Ривервуд, и в принципе довольно-таки не близкий путь до него, и вы видите, да, карта довольно-таки объемная. Довольно-таки большая, но не сказать, что прям очень уж огромная, но вполне себе неплохо. Так, я думаю, нам нужно поставить оружие, скажем, потому что у нас не так много стрел, их надо экономить. Скажем, вот этот имперский меч мы поставим в правую руку, в левую пока ничего не возьмем. Будем пользоваться одноручным оружием, и потом надо будет найти какой-нибудь небольшой ухватистый щит. Знаешь, тебе стоит пойти в Винхельм и вступить в войну за свободу Скайрима. Сегодня мы все увидели истинное лицо Империи. Да мне Если кто-то плевать. знает, что значит появление дракона, то это Ульфрик. Мне до вашей политики дела нет. Будем стараться зашибить как можно больше бабла. Бабло спасет мир. Так, ну судя по всему, нам сейчас будет полезно отправиться с ним, потому что, скорее всего, он... Ух ты, тут даже текстуры перевели. Он идет в Ривервуд. Вон те развалины. Это ветреный пик. Никогда не мог понять, как сестра живет в таком месте. Но, по-моему, очень красиво. Наверное, ко всему человек привыкает. Хорошо, но природа сразу как-то при игре в Skyrim вспоминается недавний сериал «Игра королей», просто восхитительный. Там тоже был очень похожий сеттинг сурового такого северного края. И это круто, это реально Это именно то. камни-хранители. 3 из 13 древних стоящих камней, что есть в Скайриме. Иди вперед, посмотри. 3 из 13. Камень вора. Камень мага. Камень воина. Ну, мы играем за скрытного персонажа, так что я думаю. Благословленный знаком вора на 20% быстрее изучает все навыки, связанные со скрытностью. Да, это наш. Вор, значит. Что ж, никогда не поздно встать на путь истины. Круто. Так, я все, больше ничего не с того не могу сделать. Нет. Тут у нас леденище, горная речка, которая наверняка чистая-чистая вода. Очень холодная, от которой натурально сводят зубы от холода. Круто. Веди меня. Веди Не меня, забудь, на дорогой этих Ралов. землях братья бури власти не имеют. Если вести из Хелгена сюда еще не дошли, нас никто не тронет. Только глупости не надо делать. И если вдруг наткнемся на имперцев,
говорить буду я. Идет? Идет. Смотрите, да? Рыба на нерест идет. Прыгает против течения. Я такое вживую увидел. Это натурально волшебное зрелище. Было дело лет, наверное, 5 назад. Тихо. Зверьё моё. Гринпис, как говорится, не одобряет. Так, тихо. Вообще, пока ощущение, хотя разработчики заверяли, что... Так, шкуру мы возьмем. Заверяли, что движок тут абсолютно новый, и я пока что вижу лишь слегка переработанный геймбрио, хотя, конечно, это не так. Но, в принципе, движок очень похож на тот, что был, скажем, в Fallout 3 в Обливионе. Так что, как говорится, поменяли шил на мыло. Но, в принципе, картинка, повторюсь, выглядит довольно-таки неплохо. Хорошо, что ты со мной. Мы уже почти дошли до Риви. Так, вот у нас быстрая экипировка. Отлично. Все очень просто и эргономично. Управление очень удобно. Играем мы, я напомню, за лесного эльфа. Потому что мне понравилось их соотношение скрытности к силе. Они, в принципе, довольно-таки неплохие искусные воины. Добро пожаловать в Ривервуд. Похоже, никто не знает, что произошло. Пошли. Гердур сейчас, скорее всего, на лесопеде. Что? Что опять случилось? Вы, кажется, болтали со Свеном, я прав? А, впрочем, неважно. Но на твоем месте я бы держался от него подальше. Кто такой Свен? О, на этот раз драконы. Ну, мама, если ты будешь продолжать в том же духе, все решат, что ты сошел с ума. Некогда мне слушать, как вы не лесопилка. Плотник там что-то мастерит. А именно то, чего не хватало. Братишка, Мара милосердная, как же я рада тебя видеть. Но разве тут для тебя не опасно? Говорят, что Ульфрика схватили. Герду, со мной все в порядке. Ну, по крайней мере, теперь. Ты ранен? Что стряслось? А этот ты? Из ваших? Он мой друг. Хотя пока и не из наших. Он мне жизнь спас. Где здесь можно спокойно поговорить? Неизвестно, когда до имперцев дойдут вести из Хелгена. Из Хелгена? Там что-то случилось? Ты прав. Пойдем со мной. Вот, поди-ка сюда на минутку. Мне нужна твоя помощь. В чем дело, женщина? Свен опять пьяный на работу пришел. Вот, просто подойди сюда. Ралов, что ты тут делаешь? А, сейчас спущусь. Очень хорошо поработали с видом от третьего лица, потому что в Обливионе и даже в Fallout 3 они бегали как роботы. Дядя Рава, а топор дашь посмотреть? Ух ты, какая псина. А ты правда за руку здоровался с Ульфриком Буревестником? Шш, Фроднер, сейчас не до игр. Иди и последи за южной дорогой. Если увидишь имперских солдат, прибеги и скажи нам. Ну, мама, я хочу остаться и послушать дядю Ралофа. Посмотри-ка, уже взрослый почти. Скоро и сам сможешь сражаться. Правда, не бойся, дядя Ралоф. Я посторожу, чтобы солдаты к тебе не подкрались. Ну, Ралоф, в чем дело? Вид у вас обоих довольно потрепанный. Я не помню, когда в последний раз спал. С чего начать? Короче, насчет Ульфрика это правда. Имперцы подстерегли нас у Черного Брода. Они точно знали, где мы. Кто же выдал? Это было... Ну да, 2 дня назад. Утром нас привели в Хелген, и я уже думал, все кончено. Выстроили нас перед палачом и приготовились рубить головы. Вот трусы. Они не посмели привести Ульфрика на честный суд. Еще бы, судить за измену того, кто сражался за свой народ. Тогда весь Скайрим узнал бы правду. Но потом, откуда ни возьмись, налетел дракон.
Что? Настоящий? Мне самому трудно поверить. А я-то своими глазами все видел. Самое удивительное, не будь дракона, нас бы уже не было в живых. В суматохе нам удалось удрать. Мы что, первые, кто добрался до Ривервуда? Насколько я знаю, по южной дороге никто больше не проходил. Хорошо. Тогда, возможно, мы на время задержимся. Мне очень не хочется подвергать опасности твою семью, Гердур, но... Глупости. Живите у меня сколько потребуется. С имперцами я разберусь. Друг Ралофа – мой друг. Вот ключ от дома. Живи столько, сколько захочешь. Если будет что-то нужно, просто дай мне знать. Отлично. Принять подарок... Это она нам все дает, что ли? Или что-то одно надо выбрать? Устанавливает. Прикольно, что каждый буквально элемент инвентаря можно повертеть в руках, и если вот с такими бутылочками это не особо имеет смысл, или вот с такими кольцами угольчатыми, то когда получаешь новую броню, я думаю, это будет довольно-таки приятно. Ну, в принципе, я возьму кольцо сопротивления магии, я думаю. А, я все могу взять. Возьму гранат, у него очень хорошая стоимость. Блин, я что, все могу взять? Ну, хорошо. Че, мне грех отказываться? Ты можешь мне помочь. Всем нам. Надо сообщить Ярлу, что в округе объявился дракон. Ривервуд беззащитен. Нужно сообщить Ярлу Балгруфу в Вайтран, чтобы он прислал солдат. Если ты мне поможешь, я буду у тебя в долгу. Спасибо, сестренка. Я знал, что мы можем на тебя положиться. Мне надо возвращаться к работе, пока меня не хватились, но... Кто-нибудь еще спасся? Ульфрик, он не... Не волнуйся. Я уверен, что он уцелел. Разве какому-то там дракону под силу остановить Ульфрика-буревестника? Я впущу их в дом, покажу там, где что лежит и все такое. То есть допьешь с ними всю нашу медаль? Удачи, братик. Еще увидимся. За меня не беспокойся. Я умею быть незаметным. Я рада помочь всем, чем могу. Так, ну что ж, давайте-ка мы поговорим с ходом. Говоришь, там был дракон? Расскажи, какой он был? Размером с дом? Может, скоро увидишь его сам. Типун тебе на язык. Только драконов нам в Ривервуде не хватало. По-моему, он обиделся. Давайте-ка мы посмотрим, что за кольцо нам дали. Так, блин, ну удобный, непривычный, но в принципе и удобный инвентарь. Только надо к нему, конечно, приучиться. Интересно сделана отмычка. Довольно-таки любопытно. Лучше шкура. Шкуру все надо будет продать. Так, одежда. Кирасу братьев Бури, я не знаю, умно ли будет одевать, возможно, мы встретимся с имперцами, но с другой стороны. Ну, кольцо-то мы точно наденем. Короче говоря, руководствоваться будем чем? Это стоит больше, соответственно, мы это продадим. При том, что в остальном эта одежда не хуже, как минимум. Так, кольцо мы можем носить только одно. Видимо, у нас один палец, либо мы носим его не на пальце. Отлично. Мир прям натурально. Кстати, уже, по-моему, собирается. Темнеет уже, легкие сумерки. Натурально живой, дышащий. Очень все круто сделано. Проработка деталей просто отличная. Персонажи не просто как роботы перемещаются, а натурально живут своей жизнью. Такое было, конечно, еще 10 лет назад в Готике 2, но для игр серии The Elder Scrolls это натурально определенный прорыв. Так, и у меня сверху на мини-радаре показывает, что возможно, вот он, кстати, где-то здесь кузнец, но судя по тому, что у него тут меха и наковальня с молотом, действительно он. Давайте посмотрим, что может нам предложить. Не часто в наш Ривервуд прибывают гости. Так,
но работать я у него не собираюсь, наверное. Что вообще ты можешь мне рассказать об этом городе? Несколько поколений назад тут поселились первые предки Герду, лесорубы. Они сходом владеют лесопилкой. Я же неплохо зарабатываю заточкой топоров и починкой пил и станков. Отлично. На продажу что у тебя есть, Талвор? Погляди. Предметы выше разделительной линии принадлежат торговцу, ниже вам. Понятно. Алвор. Так, у тебя есть... Это не интересует. Это, похоже, все самому ковать можно. И это круто, блин. Сколько возможностей. Игрушка просто великолепна. Так, нужно купить стрелу. Железные перчатки. Ох ты, какая у них стоимость. 1500 местных денег. Кстати говоря, не уверен, как они называются. Септимы, может, как в предыдущих частях. Ты посмотри, да? 441. Шлем ровно такой же, как на титульном экране и во всех заставках. Кирка. Кирка, интересно, для чего нужна. Информации по ней, к сожалению, нет. Возможно, тут можно как-то добывать руду. Ладно, пока я думаю... Мне бы какой-нибудь кинжальчик, конечно. Вот это вот неплохо. Блин, 56. Круто. Давайте-ка мы для начала продадим наш топор. Два вот этих вот кинжала. И оба меча. Я думаю, это будет хорошо. Кроме того, продадим имперские одежды. Там мне, конечно, что-то осталось одето, по-моему. Ну ладно. В принципе, все нормально. Шкуры продадим. В итоге у нас 575 золота. Теперь мы купим себе новый кинжал. Так, это мой кинжал. Стальной кинжал. Меч, конечно. Урона у него побольше. У него 9, но у него и вес 10. То есть, соответственно, махать я им буду куда медленнее. А вот кинжалом... Так, хорошо. Ну и в принципе пока что все, я думаю. По одежде пока не будем закупаться. Хотя какие-нибудь ботиночки можно было бы взять. Ну ладно. Пожалуй, я еще возьму стрелы. Стрелы мне пригодятся, потому что они тут, как я понял, очень полезны. Так, ну не 86, конечно, но... так, подожди, у меня золото 59 или 631, я не пойму. Короче говоря, сейчас попробуем. Я не совсем пока понимаю, снизу это цена там или что, я не знаю. Так, у нас не хватает золота. А, понятно, у меня же просто денег нет, я опять туплю. Так, ты можешь мне какую-нибудь работу предложить? Если умеешь, почему бы и нет? Или просто тут работать? Камень улучшит твое оружие, а на столе можешь подлатать броню. Если у тебя есть с собой материалы, можешь использовать кузню и выковать что-нибудь новое. Спасибо, но я пока воздержусь. Помощь? Нет, помощь пока... Несколько поколений назад тут поселились первые предки Герда. Ладно, всего Лесар... хорошего. Давайте-ка мы... Это же у нас вот этот кинжал, в принципе, все деньги сожрал. Так, короче говоря, нам нужно его поставить на избранное. И, в принципе, поставить сюда. Давайте-ка мы посмотрим, как он у нас. Довольно-таки большой кинжал, надо сказать. Стрелы, я думаю, пока снимать не буду, потому что, если что, сразу их будет довольно-таки удобно достать. Так, осмотримся, что тут еще есть. Гуляет... Петух. Это у нас похоже. Так, это у нас кто? Хильда. Я видела дракона. Честное слово, хоть мне никто и не верит. Я тоже видел. Дом Свена и Хильды. Похоже, он заперт. Да, не будем лезть на рожон. Что у нас тут? У нас таверна, похоже. Я нет, торговец. Круто.
Блин, да чего ты? Просто натурально мурашки. Что-то сделать. Я сказал нет. Никаких авантюр, никаких погонь за ворами. Ну а что ты собираешься делать, а? Расскажи. Разговор окончен. Ой, покупатель. Прошу прощения. Да ничего страшного. Камилла Валерия. Так тебя Камилла или Валерия зовут? Может, тебе удастся вбить хоть немного ума в моего бестолкового братца? Все может быть. Не знаю, что тебе там говорили, но Ривервудский торговец все еще открыт. Прошу, посмотри мои товары. А тебя обчистили, я так понимаю? В Ривервудском торговце ты найдешь все, что тебе нужно. Что у вас случилось? Да, нас действительно обокрали. Хотя товаров на продажу у нас все равно полно. Воры забрали только одну вещь. Украшение из чистого золота. В форме драконьего когтя. За определенную плату я могу помочь тебе вернуть золото. Ой, коготь. У меня золото одно на уме. Правда? Последние поставки обещают принести хорошую прибыль. Она твоя, если ты вернешь мне мой коготь. Заметано. Теперь, если ты хочешь настичь этих воров, иди на ветреный пик. Он к северо-востоку от города. Да. Теперь тебе не нужно никуда идти, не так ли? Неужели? А я-то думала, нашему помощнику пригодится проводник. Что? Нет, я... Ладно. Именем восьмерых, ладно. Но только до окраины города. Кто бы был против? Веди нас, Камилла. Блин, ты посмотри, персонажи просто пропадают. Анимация выхода не проработана. Ванамас бы не одобрил. И пройти по мосту, чтобы добраться до ветреного пика. Ее отсюда видно. Гора прямо над домами. Хорошо. Горы должно быть спятили, раз решили там спрятаться. В старых гробницах полно ловушек, троллей и еще боги знают чего. Отлично. Наша первая работа. Вот это вот, я так понимаю, все-таки таверна, да? Не очень... Спящий гигант, да. Это похоже. Или ребенок гиганта. Короче говоря, это таверна. Странно. Почему они украли у Лукана только золотой коготь? В лавке полно вещей подороже. Лукан нашел коготь примерно через год после того, как открыл магазин. Он так и не рассказал, где его раздобыл. Умеет выкручиваться. Ну хорошо. Девочка, по-моему, уже темнеет. Тебе пора домой. Я как-нибудь без тебя справлюсь. Ты мне только мешать будешь. Из города надо выйти по мосту. Дорога на северо-запад ведет в гору, прямо к ветреному пику. Думаю, мне надо возвращаться к брату. Он будет рвать и метать, если я задержусь. Такой ребенок. Ну ладно, пока-пока-пока. Давайте точно посмотрим, куда нам идти. Карта, конечно, я бы не сказал, что очень информативная. Хотя, может, как-нибудь приблизить ее можно. Она показывает только общее направление. Так, нам вот сюда. Каких-то конкретных деталей по ней, к сожалению, не разглядеть. Но ладно, это придает определенный реализм всему происходящему. Так, и мы ночью, как настоящий. Блин, ну мир, вы посмотрите, да, насколько хорошо проработан. Насколько он живой, дышащий. А мне, я так понимаю, сюда надо направляться. Или нет? Блин, как тут пройти-то? Похоже, мне надо на этот холмик таки подняться. Тихо. Нас уже заметили. Ну ладно. Где ты, песик? Песик? Ты куда подевался? А вот, значит, у нас где, да? Хорошо, один готов.
стелс тащит, как говорится. Я думаю, ты тут не один, да? Явно. Волки, они все-таки стайные животные. Сейчас мы с тебя возьмем шкуру. Смотрите, да, какое попадание. Обалдеть. Хорошо, это нам пригодится. Пора выдвигаться дальше. Я думаю, мы идем правильной дорогой. Хорошо, вроде все получается. Под покровом ночи, как говорится. Ну-ка, все, я иду в ту сторону. Да, я определенно иду куда-то в ту сторону. Тихо. Что-то музыка затихла. Надеюсь, я не слишком самонадеянно взял это первое задание. Потому что что-то там обещается, что может быть много противников. Тихо. Где-то вон там, по-моему, кто-то есть. Хотя, конечно, в темноте не очень хорошо разглядеть, но в данном случае темнота работает на нас. По-моему, мы пришли куда-то по адресу. Тихо. Кто нас заметил? Одного вижу, как минимум. Ты смотри, да, как скрытность растет. Блин, да остановись ты, мне на геймпаде тяжело целиться. Не совсем понимаю, кто меня замечает, потому что мне тут замечать-то по большей части некому. Тихо. Вот так вот нас не видит. Вот так нас уже видит. Блин, какого хрена, а? Свободен. Еще желающие есть. Так, это стоит 60. В принципе, неплохо. Это стоит 50. Ладно. Еще потом подберем. Пока что у меня со скрытностью, конечно, все не очень хорошо. В результате они меня довольно-таки легко замечают. Тихо. Давай, братья, иди сюда. Хорошо, свободен. Так, железный щит. Нужен ли мне щит? Так, золото, отмычка. И нам пригодится сыромятная броня. Блин, даже не знаю. Круто, да, что кинжал пачкается в кровище. Я думаю, на обратном пути я с них что-то подберу, если, конечно, они не сделали так, что пропадает персонаж через некоторое время. Потому что, в принципе, не должно бы по опыту предыдущих частей. А мне охота с пустым инвентарем, кошелек с монетами, с пустым инвентарем ходить вперед. Как там у меня вообще с весом? Так, карта, предметы. Вес еще полно, 67 из 300, но не так уж, чтобы прям очень уж много.
Охренеть. Вот это вид. Тут еще и полярное сияние, это вообще просто с ума сойти. Тихо. Упс. Упсиду. Так, достаем кинжал. Определенные навыки еще надо получить. Иди сюда. Я сейчас на ремни пущу. Скотина! Блин, ты посмотри, а. Свободен. Да, с кинжалом довольно-таки интересно, так сказать. Стальная булава стоимость 65, пригодится. Железная броня нам не думаю, что нужна. А вот отмычка пригодится. Пивная кружка. Что у нас здесь полезного есть? Зеленое яблоко, картофель. И все похоже. Моркошка. Нехитрые довольно-таки припасы. Так, ну когти я у них не нашел. Видимо, нам нужно идти дальше. Золото, слабое зелье магии. Хорошо, не зря сюда поднимался. Так. Выходим сюда. У вас тут лежанки нет, чтобы я мог переночевать. Потому что скоро мы двинемся куда-то вон туда наверх. Да, у вас тут только стул. Смотри, даже анимация того, как садится персонаж, выдернута один в один из Fallout 3. В принципе, ладно, это неплохо. Ну, в принципе, я думаю, на этом мы завершим эту серию, а будем добивать уже этот квест в следующий. Работа попалась, надо сказать, интересная. Прям с начала первые же квесты уже очень крутой. Пока что все нравится вообще. Не просто нравится, просто в восторге от игры. Все очень круто. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.